Привет, друзья! Хотел еще пару слов сказать по поводу Аристотеля, по поводу трактата о душе. В прошлый раз я сказал о том, что учение Аристотеля о том, что все предметы имеют свою цель, то есть учение о цели и естественных местах, так называемая телеология, она реализуется у Аристотеля в контексте именно теории души, то есть в контексте данного трактата, или как бы вот мы сегодня назвали, в контексте психологии Аристотеля. Но тогда не было понятия психологии еще, и тем не менее. Надо сказать о том, что у Аристотеля душа живет ради жизни существа, то есть душа живет ради жизни, а тело человеческое живет ради души, то есть получается вот такая взаимосвязь здесь. И, как я уже говорил в предыдущем ролике о том, что душа некоторую активность получает извне, от тех предметов, которые оказывают на нее воздействие, и, соответственно, душа также имеет свою цель, то есть все подчинено цели, согласно вот этой системе Аристотеля, именно о том, что каждый объект, каждая вещь имеет свою цель. Но здесь еще надо сказать вот о чем. Аристотель стал предвосхитителем именно психосоматики, скажем так. Это когда изменение в теле существа порождает изменение в его психике. То есть Аристотель говорит о том, что тело и душа связаны друг с другом, и изменения в телесности, соответственно, порождает некое изменение в душевном состоянии человека. То есть Аристотель здесь говорит о том, что все наши эмоции, гнев, страдания, любовь, отвага и так далее, они связаны с соматическими изменениями, которые происходят именно в телесности человека. Ну и надо сказать еще о том, что Аристотель стоит на некоторой материалистической платформе в том смысле, что он рассматривает объект ощущения, то есть то, что противостоит человеку, его душе, объект ощущений, он рассматривает отдельно от человеческого внутреннего, скажем так, состояния, то есть объект ощущения и ощущение человека, восприятие человека – это две автономные инстанции. То есть здесь можно сказать, что Аристотель является в данном случае сторонником материалистического подхода. Вот это нужно тоже понимать. Вот. Ну, так, в общем, я все сказал по поводу трактата о душе. На сегодня это все. Это было небольшое дополнение. И всего доброго. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.